24 апреля в Ледовом дворце станицы Северской прошел турнир по хоккею «Шайбой новичок». На арене внешуточной схватки схлестнулись мужские команды в категории «Любитель 40+». После игры за малый кубок состоялось торжественное открытие финального матча между командами «Гвардия Краснодар» и «Динамо Майкоп». Заместитель министра по физической культуре и спорту Краснодарского края Игорь Стрельцов поздравил участников с выходом в финал. Артисты Краснодарской филармонии имени Пономаренко и участники турнира исполнили гимн России и Кубани, и после чего начался финальный матч. На ледовой арене встретились равные соперники. Сильная игра держала в напряжении и спортсменов, и тренеров команд. Любители этого зрелищного спорта могли наблюдать мощную и ожесточенную борьбу. Болельщики волновались и поддерживали своих, отбивая такт и ладонями, и ногами, а кто-то и барабаном. «2:10 до конца первого периода, дорогие друзья, счет не открыт, 0-0. Интереснейший матч, это финал, вот действительно команды достойны друг друга». В перерывах выступали юные фигуристки. После накала страстей и эмоций девушки наполнили минуты между играми грацией и изящностью. В нешуточной битве победила команда «Динамо Майкоп» со счетом 3-2. Игра объединила людей разных профессий и возрастов, искренне увлеченных одним из самых мужественных видов спорта. В хоккей играют настоящие мужчины. Сильные, крепкие, уверенные в себе. Что и увидели ребята из хоккейного клуба «Армада». Юные хоккеисты достойно продолжат эстафету в развитии хоккея в Северском районе.